В связи с проведением спортивного мероприятия первенство городского округа Самара по велоспорту 7 сентября с 15.00 до 18.30 будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам. По улице Арена 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор. По проезду номер 2 по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров. Кроме того, с 6.00 до 18.30 на указанных участках улиц будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Также в указанный период временно отменят движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок номер 83. Улица Ташкентская, жилой комплекс «Лесная поляна», сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В качестве одной из дополнительных мер поддержки для отдельных категорий граждан Департамент опеки и попечительства предоставляет компенсационную выплату на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. Полным ходом идут работы по асфальтированию двора улиц Некрасовской, 28. Об этом пишет телеграм-канал главы Самарского района. Роман Радюков совместно с депутатом Анатолием Рагимовым, председателем ТСЖ «Некрасовская, 28» Людмилой Егоровой и представителем нежилого помещения Сергеем Рединым проконтролировали ход работ согласно плану благоустройства. Наметили и дальнейшие действия по обустройству этого двора.